Всем привет. Купил я вот целую гору кедра себе. В общем, купил я газету с объявлениями «Деловой Биск». Ну и нашел там объявление, где от пилорамы продают доски и где был кедр. В общем, позвонил, спросил, есть ли, приехал. А там цены такие на кедр. Там, в общем, нормальный кедр, то есть с первого реза, то есть там, где сучков нету, он стоит 19 тысяч за кубометр. Вот. Ну, я хотел взять одну доску, потом смотрю, какие-то, ну, отходы кедровые. Ну, то есть короткие доски, где-то обломанные, где-то треснутые, вот, они идут в отходы, там по длине не подходят. В общем, набрал я отходов трехметровых на 500 рублей, взял, наверное, пол куба. Ну, для резьбы он отличный. Вот розовый кедр. Он вообще отличный кедр. У него чистый рез. Он не колется. То есть вообще здорово повезло.